Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Ублиц. Прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарии из предыдущего видео. Если вы хотите попасть в следующую подборочку, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и, конечно же, писать какой-нибудь интересный комментарий. Ну, а у нас сегодня много-много-много дел. Да, я пока что не могу использовать, кстати, я думал, что это какой-то, не знаю, автомат вендинговый. Тут какой-то мужик спит, оказывается, я этого и не видел раньше. Так, значит, что мне нужно сегодня сделать? А, на самом деле, есть несколько заданий. Я помню, что у меня где-то они вот... Стоп, а где они у меня были? А, вот они здесь. Значит, во-первых, нужно починить, помните, специальную штучку, которая там делает специальные стикеры для того, чтобы показывать, что вы дружите с кем-то. И нужно еще помочь Рагнолии. Ну-ка, а, вот, кстати, видите, 6 спорбитов, 10 Нурнис и 1 Свити-Бити. Ну, Свити-Бити у меня есть, это я его выращиваю. Так, Тинтл-Таск, о, во, мне прям направо надо, максимально направо уйти. Ну, будем искать эти вещи, спорбицы, Нурнисы и Свити-Бити. Давайте посмотрим. Я просто не всех, ну как бы. Во, спорбицы есть, это грибы. Нурни есть все, кстати, 12, отлично. 12 нурнис. Мне нужно еще 5 грибов и 1 свити-бити. Свити-бити мы и так с вами выращиваем. Поэтому, в принципе, для нас тут все очень даже хорошо. Смотрите, раз, два. Еще 5 таких и 1 такой. Я думаю, что мы с этим с вами очень даже быстро разберемся. Надо только грибы искать для того, чтобы у нас все с вами вышло. Так, ну а пока пойдем в направлении того задания, которое нам тоже надо с вами получить. Опачки, кстати, а что это у нас за ведерочка? Ну-кась. Ага, мы получили с вами жвачку. Not bad, not bad. Опа, здорово, можно тебя погладить. Ты милашка. Кстати, я бы такого себе забрал. Что, можно с тобой сражаться? 2 масс нужно, чтобы с ними сразиться. У меня столько нету, я даже не знаю пока что это, если честно. Так, супер, есть грибок, как раз то, что нам нужно. Есть еще грибок, супер. Отлично, тоже берем. А это, кстати, по-моему, какой-то другой баттон бой. Мне вообще-то тоже туда, пропустите. А как мне теперь туда зайти? А, все, понял. Там как раз таки находится мистер ученый, как раз таки копченый, с которым мне нужно поговорить. Здорово. Привет, как все проходит у тебя насчет работы? Нет пока никаких взрывов, которые ты не хотел сделать? Грамбойер? Это что такое? Это магическая книга, которую я тебе дала. Она называется Грамбойер. О, это, ну да, она довольно полезная была. Но особая, ну как бы, ну, ничего она не делает, короче, но довольно полезная. Хорошо, хорошо, я почти уверена, что она должна так и так и должна работать. Окей, так, а это что такое? Увеличить Бэтч Таун. Это, короче, надо увеличить науку в Бэтч Тауне и помочь Рагнолии начать какой-то новый проект по изучению ублицов. Ну, давайте попробуем, что нужно сделать. Что это за штука? Это мой новый сканер ублитов для того, чтобы сделать... А, чтобы сделать проект по ублицкой психологии. Окей, что за психология? Я могу помочь? Да, конечно же. У тебя есть какой-то опыт в метагравитационном... в метагравитационной контрфизике? Я так не думаю. Ну ладно, ты все равно можешь помочь. У меня есть... У меня довольно тяжелые... Ну, у меня довольно серьезные проблемы с коллекционированием ублицев. Так что я не могу... Ну, мне нужен специальный ассистент, который будет искать для меня особи ублицев. Я могу дать тебе награду 50 жвачек за каждого уникального ублица, который ты мне принесешь. Мне просто нужно их просканировать, и потом я могу тебе их отдать. Если ты принесешь редкого или светящегося... вариант каждого ублица. Я дам тебе даже большую награду. Я это могу. Только приноси мне каждого уникального ублица, у которого ты вырастешь, и положи их в этот сканер. Значит, здесь есть светящиеся, да? Угу. Окей, окей. Это интересная информация, на самом деле. Давайте сразу нашего грибочка просканируем, раз уж у нас он с нами есть. Так, да, держи. Отлично. Ну, ему вроде норм, вроде бы как себя нормально чувствует. Все, отлично. 50 жвачки. Слушайте, я еще пока не очень понимаю, на что нужна жвачка. С этой информацией я могу сделать целых 3 измерения изучить. Ты можешь добавить его в коллекцию в городском холле. И если у тебя наберется целый сет, Тинсел даст тебе награду. Опачки, отлично. Значит, это есть фигурка, то есть, которую мы можем поставить в городской холл. Все, у меня пока больше ублицов нет. Опачки. Все, отлично, это получается нам засчитало за задание. Найс.
Тогда все, что нам осталось сделать, это вырастить свити-бити и найти грибы. Пожалуй, что это все. Офигенски. Это реально офигенски. Мы, кстати, можем зайти еще в городской холл и поставить там фигурку. Раз уж мы все равно нам по пути здесь. Какие-то тоже улицы здесь находятся. Здравствуйте. Давайте-ка я зайду на секундочку. Мне тут надо кое-что положить. Куда-нибудь. А, по-моему, если я не ошибаюсь, вот здесь. Нет, это Клики Клосс. Липстамп. Это не он? Муф? Нет, не он. Блин, как зовут моего грибочка? Я уже и забыл, если честно. Блин, тут дофига, если честно. Смотрите, сколько тут разных... Офигеть, это... А, вот, Шрумбо. Нашел. И это все ублицы, то есть их всех можно будет собирать. Неплохо, на самом деле, это реально прикольно. Ну ладно, окей. Одну коллекцию мы с вами уже начали. Но самое главное, что мне нужно еще грибов найти. Блин, это самое важное, потому что у меня свити-бити эти, они вырастут уже, ну, буквально завтра. А вот грибов у меня еще пока что недостаточно. Мне еще целых 5 штук надо, или сколько там? 6 даже, похоже. О, вот, по-моему, это то, что нужно. Ну-кась, берем. Баттон-бой, нет, мне нужен спорбец. Опа, может вот этот? Это тоже вроде какой-то гриб. Ну-кась. Так, новый бэдж мы с вами получили. Да, это спорбит, отлично, отлично. Так, это батлбой, по-моему, батлбой, да. Ну, надо будет изучать название, ребят. Я думаю, что это нормальная тема. Опачки, какой-то новый мы гриб с вами нашли. Боргус, давай, забираем. На всякий случай пригодится. Так, я так понимаю, что вот этот спорбит, это такой красный гриб с красной шляпкой. Вот, то есть мы его добавляем, видите. И нам осталось еще 4 таких. Опа, вот он, вижу. Вижу. Берем. Так. Чинаски от мэра Тинсел. Здорово-здорово, ты получил свой первый бэдж. Мы все очень любим бэджи, так что надеемся, что я получу тоже еще больше. Проверь свой грамбойер, чтобы посмотреть бэджи, которые у тебя есть. О, это, кстати, прикольно, смотрите, это... О, кстати, мы... Отлично! Во-первых, это прикольный очень ублиц. У мэра. Во-вторых, полицейский меня случайно не застопит за то, что я ночью здесь гуляю. А в-третьих, да, давайте проверим наш грамбойер. Бэджи. Опачки. За то, что мы получили, точнее, 63 штучки какие-то собрали. Нам дали 40 желаний. На самом деле, это очень круто. Ну, блин, круто-то круто, но мы можем, конечно, их обменять, но... Я лучше накоплю на какой-нибудь типа чертеж или экспеншн. Или больше ублицев, чем покупать какой-то предмет просто. Я не вижу в этом особого смысла. Предметы мы рано или поздно так или иначе получим, а вот какие-то там чертежи, это довольно круто. Так, еще 2 мы получили. По-моему, там мне оставалось 4. То есть мне еще 2 нужно, я так понимаю. Так, это не тот гриб. Энергии-то у меня почти нет уже. Я так понимаю, что он сейчас засыпать уже будет, наш чинаски. Опачки, что это тут у нас мерцает? Рецептик есть, найс, но рецептик мы потом проверим, погодите. Слушайте, ну больше грибов я пока... Блин, такой прикольный ублиц у меня с короной, реально классный. Больше грибов пока не вижу, я думаю, что надо уже идти к себе домой, лечь спать, немножко отдохнуть, может быть... Блин, нет, это спускаться далеко не хочу. Да, давайте так и сделаем, а заодно, может быть, мы там грибы у себя как раз таки на локации какие-нибудь найдем. Слушайте, нифига не вижу, здесь нет никаких грибов, здесь все, что есть, это всякие цветочки и так далее. Это не совсем то, что мне нужно. Вообще не то, что мне нужно, если быть конкретным. Кстати, ну-ка. Нет, я понял, еще рано, окей, не буду трогать. Я почему-то на секунду подумал, что можно уже сейчас ее раскопать тяпкой, но, походу, дело нельзя. Ладно, давайте ложиться спать, потому что у нас уже с вами вообще сил нет абсолютно никаких. Чинаски заслужил немножко отдыха. Ну а вас призываю, ребят, ставить лайки. Ух, нифига себе у нас сегодня нормасно поднялись, так. Вас призываю ставить лайки, конечно же, подписываться на канал, если вам игра нравится. Это все будет очень даже для меня приятно. Так, новые ублицы появились в Бэдж-тауне. Мне, кстати, очень нравится вот этот левый с рожками. Я бы его к себе заполучил с удовольствием. Ну что ж, поехали, у нас с вами энергия полная. Начинай коллекционировать желания, они помогут тебе... А, ты можешь их заработать, используя ежедневные цели, зарабатывая бэджи, выполняя задания Тинсел и выигрывая чемпионаты по танцам. Да, в грамбойере показано, что ты можешь за них купить. Ясно, да, это я все, в принципе, так уже поняла. Понимал. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум, что это такое? Блин, нет, я надеюсь, я не купил. Я так понимаю, что это...
Погоди, я так понимаю, что... Нет, все, 40, все, слава богу, я уж подумал, что я потратил. Слушайте, полтора дня еще Свити-Бити будет готовиться, ну, в смысле, выращиваться. На самом деле, мне это не очень нравится, потому что, как бы, ну, мне бы побыстрее бы это хотелось, чтобы все произошло. У меня есть вот такая штука, я могу, типа, ускорить рост. Слушайте, ну, давайте попробуем ради интереса. На одну хотя бы использовать. Да, во, видите, остается полдня. То есть сегодня уже, по идее, это приготовится, и мы с вами выполним это задание тоже, я так и понимаю. Что еще хотел сделать? О, здорово. Думаю, что тебе, может быть, это интересно. Это письмо от Чарльза. У меня есть новый прикольный, я так понимаю, мешок, который тебе сможет увеличить количество вещей, которые ты носишь с собой. Да, это довольно прикольно. Посмотрим. Так, смотрите, что еще я хочу сделать, ребят. Я хочу вот здесь вот это вот убрать. Это убрать, это убрать, это покопать. И смотрите, что я хочу сделать. Я хочу сюда посадить ублица. Вот я еще ни разу такого не делал, и мне очень интересно попробовать. Так. Так. Ламп с тампом мы с вами посадили. Поливаем. Еще полить надо, нет? Что вот это вот значит за поло... Ай, блин, я его... А, или это я просто воду потратил, я думал, что перелил. Не, тогда все норм, тогда все норм. Окей, мы его полили, он тоже будет сейчас выращиваться, Свити-Бити у нас тоже почти что готов. Ну, в принципе, да, все окей, нам осталось с вами только одно сделать, а именно найти грибы. Нам нужно просто тупо с вами найти грибочки. Так, давайте я уберу все из рук. Че, как дела? Все нормально, мэр. Кэмби, Кэмби для Тэффи. У тебя Кэмби, нет у меня никакого Кэмби, мне нужно грибы найти. Кстати, может быть в лес сейчас туда сходим, посмотрим, что там есть. Да, мне осталось всего лишь два гриба, ну, блин, а где его можно найти? А что здесь вообще происходит, можно посмотреть? Что за домик на дереве? Закрыто, понятно, окей, не вопрос. Кстати, мы вообще ни с кем не сражались сегодня, я бы тоже хотел сегодня это сделать. Как раз таки, может быть, с каким-нибудь новым ублицем, которого я еще не получил, это тоже было бы довольно классно. Так, мы... О, здорово, два Свити-Бити надо, ты чего, офигел, у меня нет столько. Блин, я хочу этого ублица, он классный. Он реально офигенный. Может быть, купить Свити-Бити себе сразу штуки три для того... Че, вам норм здесь делать с песочных ангелов, что ли? О, кстати, я вижу баночки, их тоже можно собрать. Супер. Блин, это все, конечно, очень здорово, но я реально ни одного гриба не вижу. Это какой-то прям фейловый квест для меня сейчас. Кстати, этот с коронкой, смотрите, какой-то ублиц. Это все можно, конечно, тоже подобрать, но... Ага, это пришло из океана, окей. Это тоже. Какая прекрасная, красивая ракушка. Да, это все здорово. Блин, а какие есть варики вообще? Что я могу сделать сейчас для того, чтобы получить грибочек? Можно попробовать прошнырнуться по магазам, как вариант. Может быть, в каком-то из магазин можно купить два грибочка и три Свити-Бити, как вариант. Ну-кась. Нет. Может быть, здесь? А, стоп, это парикмахерская какая-то. Хотя я бы постригся, в общем-то. Здесь что такое? Hair do concept. Какой-то там... Ну ладно, не знаю, что написано. Педрик, здорово. Здорово. Привет, я Чинаски, я просто только что приехал в город. Отлично, отлично, меня зовут Педрик. Я руковожу салоном красоты. Ну, на самом деле, барбершоп это называется. Приятно познакомиться. Так, ну-кась, что ты можешь мне устроить на голове, чувак? О, блин, нифига, он быстро бороду выращивает. Не, а есть как бы варики по... Я не хочу бороду, я хочу... Река... Ага, все, понял. Во, вот здесь можно поменять себе прическу. Ну, это классический... А, нет, не классический. Смотрите, здесь мусульманские для девушек такие штуки. Есть длинные волосы раста. О, кстати, вот это прикольно, на самом деле, мне кажется. Ну-ка, могу я покрутить? Я не могу. Ну, все равно, мне что-то не очень нравится, если честно. Как бы не вижу смысла на это сейчас тратить деньги. Давайте просто узнаем, где здесь что есть, для того, чтобы понимать. Так, кафешечка. Может быть, здесь еда продается? Cuddle Cups кафе. Ну-ка, ну-ка. Здорово, всем привет, всем привет. Можно с вами тут чашечку кофе попить? Можно? Спресси 80... Нифига... А, во, я понял. Это все вот это можно купить. Не, ну спасибо большое, конечно, но я вообще хотел... Блин, какой классный ублиц, там был тоже маленький медвежонок. Но нет, мне сейчас надо другое сделать. Так, Арвен, Вилли, Милли, блин. Ну, это какой-то тоже манатви. Давайте зайдем в каждый магаз, посмотрим, что здесь есть. То есть, если нет, то я... Common Treasure Chest. А, это типа лутбокс какой-то, что ли? О, дом, можно купить маленький дом, большой.
Ага, и можно купить себе, ну точнее сделать... Блин, это круто, можно сделать разную мебель себе. Блин, это кайф, это кайф. А что за лутбокс? Ой, блин, можно и диваны себе купить. Офигенно, это реально классно. Но у меня только 51, у меня ни на что не хватает. Я пока просто бомж в этом мире. Но ничего, мы с вами накопим денег. Но здесь магазин одежды, это понятно. А это вот и здесь. Это пустой магаз. Видимо, можно будет его купить потом, я так думаю. Во, возможно, это то, что... Блин, тут семена, скорее всего, только просто продаются здесь. Ух, нифига себе, леечка за 250 золота. Это что такое? Бэдж какой-то нашли снова, что ли? Я могу продать ненужные там грибы всякие. То есть, вот, например, видите, плюс две жвачечки получили сразу. Но... Close plant seed, mass seed, carrot... О, можно, кстати, морковку посадить. Свити бить, вот это как раз то, что мне нужно. Ну, понимаете, это все семена. Мне нужно-то настоящее, то, что уже как бы можно сразу же использовать. Ну, давайте я попробую сейчас найти грибы, ребят, и вернусь к вам. О, кстати. По ходу дела, у нас тут удача. Только как мне туда залезть? Ага. Нифига себе, запрятан грибок. Слушайте, ну нормас. Ладно, главное, что мы его получили. А мне все равно еще один, скорее всего, нужен, да? Скорее всего. Ладно, сейчас попробуем. Ну-ка. Здорово. Да, еще один. О, блин, вообще найс. Мне прям везет. Мне прям реально везет. Все, отлично. У нас все грибки с вами нашлись. Держи. Только проблема в том, что нам нужно еще один свити-бити обязательно. Здесь без вариантов, потому что нам надо ждать на ферме, когда он у нас вырастет. Потому что других вариков просто нету, к сожалению. Как бы я не могу его ни купить, ничего с ним сделать. Поэтому... Единственный вариант, ребят, это просто... Ждать. Полдня надо подождать. Давайте я попробую сейчас лечь спать. На секундочку, потому что это, по идее, будет просто как перерыв. А, я даже не хочу спать. Ладно, окей. Ну, в таком случае, вернусь, когда свити-бити смогу собрать. Тяжелый это был день, ребят. Я весь день потратил для того, чтобы совсем разобраться. Ну, наконец-то это выросла штуковина, и я могу ее наконец-то себе забрать. Свити-бити наш готов. Боже мой. Я тут, как видите, почистил себе немножечко даже огородик. По-моему, он теперь намного лучше выглядит. Еще как-нибудь обязательно займусь тем, чтобы сделать его еще лучше. Кстати, снова письмо пришло, давайте прочитаем. От Мида. Я положил немного вещей тебе в доки и решил заняться какой-то... рыбалкой. Поймай Спиди Гро и посмотрим, что ты можешь с ним сделать. Попробуй положить его... попробуй поймать его на... зерна какие-то, чтобы... положить его на зерна, чтобы они быстрее росли. Короче, ничего не понял. Походу дела, он поймал эту штуку и дал мне, чтобы я, типа, мог ее использовать. Ну, спасибо, чувак. Я уже ее использовал один раз, поэтому спасибо большое. Я хотел остановиться и поприветствовать тебя по соседству, но узнал, что письма менее неловкие. Так что то, что ты это сейчас читаешь, это как бы вместо того, что я постучусь тебе в дверь. Я принес тебе пироженку. Педрик. Ну, спасибо, Педрик. Вкусная пироженка, сделана из морковки. Содержит 70 энергии. Супер. Это реально классно. Спасибо большое. Так, я тут и вижу, кстати говоря, что у меня еще кое-что. О, это лампстамп. Это же... Вот как вылупляется, оказывается, углицы. Окей. Древесный углец, которого можно найти в лесах вокруг Бэдж-тауна. Ученые классифицируют лампстампа как... то, что у него есть веточки на голове, как уши или же рога. Окей. Ну, отлично, теперь у нас еще и лампстамп есть. Шикарнейшим образом это все получилось у нас с вами. Так, только мне надо еще полить. У меня тут, видите, засохло уже немножко. Раз, два, полили. Это пока все растет. Все, погнали. Наконец-то мы сможем закончить это задание. Боже мой, оно оказалось реально тяжелым, блин. Ладно, главное, что у нас есть свити-бити. Главное, что у нас есть теперь два целых ублица за нами бегает, гоняется. Нормас. И мы теперь можем все сюда положить. Говори, типа, у тебя новые ублицы, выглядит круто. Все, держи, пожалуйста. Ты собрал все необходимые вещи, чтобы помочь мне починить мой принтер. Отлично. Отличное время для того, чтобы общество снова начало... я думала, что скоро общество начнет ломаться без этих стикеров дружбы. Спасибо тебе большое за...
Благодаря тебе наши запасы стикеров снова очень быстро восполнятся. Да не за что. Только мне-то стикер дашь, нет? Я тебе помог. Дай стикер. Ой, слушайте, у нас, кстати, с вами уже достаточно много желаний. Мы можем с вами даже что-нибудь, наверное, купить. Давайте попробуем это сделать. Так, во, 65. Ну, мы можем купить много, ну, типа, новые улицы. Ну, я даже не знаю. More available... А, это больше будет доступно на уровне 2. Честно сказать, мне нравится вариант с новыми улицами, но я еще и этих не всех собрал, поэтому не вижу особого смысла. А вот с кем-нибудь посражаться, ребят, я бы на самом деле сейчас с удовольствием, потому что, да, ну, как бы... О, вот, давайте, например... Конечно, хочется с новенькими, я согласен, но... Давайте хотя бы с этим. Так, мой сквад, давайте, можно сразу... О, сразу двоих можно, класс. Так, и мы теперь... О, и он тоже вдвоем. Найс, 2 на 2, шикарно. Так, нужно 25 очков, если сражаешься 2 на 2. Давайте сразу берем бит, он нам по-любому нужен. Шикарно. Оба исполняют сразу биточек. Раз. Плюс 4. Слушайте, я, наверное, сэкономлю, я не буду использовать вот эту по единичке. Это довольно бесполезно, потому что они слабенькие, но при этом у нас зато с вами останется довольно много бита. Он сразу 3 себе делал. О, блин, это сильно, у них еще и хайп есть теперь, ребят. Они хайпанули нормально. Ну вот, мы видим, видите, вот из-за того, что я сэкономил, я могу сейчас очень неплохо использовать. 2, 3, 8. Ну давайте, наверное, 7. Используем себе хорошее такое движение, очень неплохое. И себе еще вот это специальное движение нашего грибка, который просто шикарно себе использует сейчас на 4. Остается всего лишь 10. Но у нас прям вообще нету бита. Офигеть, он нас застанил? Стоп, я теперь 2 хода не смогу ходить, вы серьезно? Еще на один ход. Стоп, вы что, серьезно? У меня сейчас... Так, и что? Могу я использовать? А, он только этого ламп-стампа, короче, заблокировал. Древесного ублица. Тогда пофигу, у нас и так хватит всего нормально. Давайте еще раз семерочку. Не зря мы это движение с вами учили. И добьем с вами вот этим прекрасным движением. Слушайте, я очень хочу получить вот этого рогатого, если честно. Могу ли я выбрать, кого я смогу получить? Чьи семена? Так, отлично. Получил 60 опыта. Молодец, грибок. Ну, это тоже нормально прокачался. 60 это тоже нормас. Получить ли семена от ламп-стампа? Нет, я хочу от этого. Можно? Да ладно, рандом. Это рандом решает, да? А я могу еще подражаться? Сколько? Что с вами? Блин, ну это 2 свитебития. Ну-ка, с вами. Блин, 2 маза. У меня вообще даже ресурсов таких нет. Откуда мне их взять? Ой, жалко. Инциденты продолжают... Короче, keep cleaning up the planted evidence. Короче, кто-то продолжает собирать какие-то доказательства, так что нам надо просто принести их больше. Оперативник, говорит. О, кстати, прикольно, это тоже лампстампы водяные есть. Оперативник-то оперативник. Ладно, я не знаю, что это значит, но мне, в общем-то, и пофигу, если честно. Давайте мы соберем здесь с вами баночки немножко. Можно, кстати говоря, на рыбалку сходить посмотреть. Может быть, что-то интересное дропнется. Давайте поможем дворнику, он тут насобирался всего города, мы его просто в карманах кладем. Интересно, а почему дворник сам их не меняет на наживку? Он же мог бы стать самым крутым рыбаком просто во всей игре, мне кажется. Так, отлично. Давайте отдаем просто все, как бы, ненужные нам, все, он фуловый. А, и он будет вот так вот долго перерабатывать. Ну, пускай перерабатывает. Мне как бы норм, пускай этим занимается пока что. Слушайте, ну, я думаю, что все довольно-таки неплохо. Мы с вами выполнили все задания. Наша основная задача теперь это подойти к мэру. Блин, я просто очень хочу еще с кем-нибудь посражаться. Мне одного танца было недостаточно. Что скажешь? Привет, мэр! Ты можешь звать меня просто Тинсел. Или если ты забудешь мое имя, ты можешь просто сказать приветик. Так, я выполнил твое задание, приветик. Приветик, я выполнил твое задание. Что делать дальше? Блин, я просто думаю, может быть, я могу где-то здесь найти нужные вещи, но вообще не вижу ничего похожего на то, что просили эти ребята. Ну-ка, может быть, это поможет мне как-то. Нет, это все квибы какие-то. Эх, жалко, реально классно было бы, наверное. Ну-ка, что там? Что там? Опа. А сколько? 10 таких штук, это одна приманка. Блин, это долго придется на самом деле перерабатывать. Ну ладно, пускай перерабатывается. Мы с вами разок порыбачим, посмотрим, что с этого можем получить с вами. Так. Ну-ка, здорово. Немножко рыбалочки. Закидываем наживку.
Поехали. Очень жаль, что нет никакой мини-игры на рыбалку. Это реально было бы супер топово, если бы можно было... Ну, хотя бы просто обычно вот это с кружком играет, она была бы здоровская. Speedy Grow нам за это досталось. Это очень круто, мы можем ускорить рост какого-нибудь из наших растений. Здорово. Все нормы, офицер? О, кстати говоря, смотрите, он немножечко прорабатывается, и мы можем получить с вами стикеры дополнительные. Ну-ка, с тобой еще можно поговорить, Тэффи? Да, реально можно. То есть с каждым можно разговаривать, видимо, каждый день. И получать за это стикосы? Нормас, почему бы и нет. Я с кем-то буду больше общаться, с кем-то меньше. Это нормальная тема, мне кажется. Что у нас по новым заданиям? Все закрыто. Я так понимаю, что новые задания, они откроются с новым уровнем, скорее всего. А, мы можем, в принципе, отсканировать нового ублица. Но, блин, основная проблема в том, что мне так сильно хотелось с кем-нибудь еще посражаться. А я в итоге не могу это сделать, потому что тут все слишком... Как-то... Опа, может здесь что-то есть? Нет, нет. Как-то все здесь довольно сложно с этими сражениями. Тут надо подкупить ублица, чтобы он с тобой сразился. А у меня, знаете ли, не так уж много всего. Ну, мы можем сразиться просто по фану с кем-нибудь из тех, с кем уже сражались. Давайте, наверное, это и сделаем. Просто по фану и, наверное, на сегодня будем заканчивать. Мы с вами и так сегодня отлично просто. Ага. Конечно, конечно, ребят, сразились. Нет, это реально сложно, я серьезно говорю. Это прям довольно хардово. Ну, видите, здесь надо еще два гриба этих найти для того, чтобы с ними просто сразиться. И чтобы просто получить семена их, хотя у меня они уже есть. Вот в чем прикол. Ну, друзья, тогда на этом будем, наверное, заканчивать. Сегодня у нас было меньше танцев, больше такого выполнения заданий, я бы сказал. Выполняли всякие полезные вещи, делали их. И я считаю, что не зря это все сделали. Поэтому, если игра вам нравится, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики ваши, естественно. Ну и не забывайте подписываться на группу ВК, ссылка есть в описании. Мы с вами нового ублица получили, я все равно рад. До скорой встречи, дорогие друзья, и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддерживают меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.